В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». На перекрестке улиц Полевой и Новосадовой выполняется устройство стартового котлована. Готовность свай более 65%. Общая готовность котлована порядка 28%. А в исторической части города разработка стартового котлована завершена. Однако продолжаются подготовительные работы для конструкции тоннеля-проходческого комплекса. Специалисты монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Также в ближайшее время необходимо завершить закольцовку водовода в районе улиц Галактионовской и Красноармейской. Кроме того, на этом перекрестке переустроят трамвайные пути для сохранения трамвайного сообщения на следующем этапе строительства метро. Минимизации неудобств для горожан уделяется повышенное внимание. Кроме сужения автодороги на одну полосу в направлении из города, больше никаких ограничений движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Трамваи продолжат курсировать по старому полотну. После укладки путей, стыковки старого и нового полотна и переподключения контактной сети МПТТУ организует пробный пуск трамваев. Итогом станет комиссионная приемка. На всех стройплощадках работы организованы в штатном режиме. Они находятся на непрерывном контроле. После ввода в эксплуатацию новой станции «Театральная» у горожан появится возможность гораздо быстрее добраться из отдаленных районов до исторического центра города. Я считаю, что от строительства метро одни плюсы. Потому что сам живу на Безымянке уже давным-давно. И, конечно, в старый город и в центр города тяжеловато добираться. На площадь Куйбышева, на Ленинградскую, минуя все пробки, мы за 15-20 минут сможем быть уже в центре. И это, конечно, естественно, очень удобно.